Привет, друзья мои! Беларусь теряет не только мозги и деньги, но еще и бизнес. Только за вторую половину прошлого года в стране закрылось 4500 малых предприятий. Это огромное количество для, в общем-то, небольшой страны. И это более 2% от всех предприятий небольших, которые были в Беларуси. Надо сказать, что здоровье, вообще-то, любой страны определяется даже не гигантами вот этими, типа, не знаю, Microsoft, Белаза и так далее. Нет. Они прежде всего определяются малым бизнесом, потому что их большинство, они дают очень много работы, и они обеспечивают не только себя и свои семьи, они обеспечивают людей вокруг себя. Соответственно, по здоровью малого бизнеса вообще-то определяется здоровье страны. А когда из страны малый бизнес бежит, причем бежит в авральных темпах просто-напросто, ничего хорошего, друзья мои, такую страну уже не ждет. Соответственно, из Беларуси бегут люди, люди, у которых есть мозги, люди, которые могут что-то доказать в этой жизни, могут создать какой-то бизнес и так далее. А вместе с ними, друзья мои, бежит и бизнес. На инертных людях, которые остаются в Беларуси, скажем так, которых устраивает жить при фашистском режиме, которых устраивает жить в несвободной стране. Я не хочу всех, опять-таки, обвинить. Но это, ребятки, уже случилось с Советским Союзом в свое время, когда бежали 70-е, 80-е, самые умные, самые талантливые. И чем это обернулось для Советского Союза, все мы прекрасно знаем. Бегство мозгов — страшное дело, очень страшное. Но сейчас это происходит в меньших масштабах, с меньшей страной, потому что Беларусь маленькая страна, но тем не менее, то же самое. Таким образом, друзья, можно сказать, что если Лукашенко в ближайшие годы останется у власти, соответственно, продолжит свою политику, если это можно назвать политикой вообще, то Беларусь останется не только без мозгов, но и без бизнеса, да и без будущего.